Здравствуйте, мои друзья. Вот мы снова в дороге, переезжаем на другое место, пока не знаем куда. Едем практически куда глаза глядят. Будем искать какое-то место. Вот. Хотел извиниться, если там не ответил кому-то на комментарии. Дело в том, что интернет ловит очень плохо у нас, и с телефоном я еще плохо разбираюсь. Смартфон я купил буквально 2 недели назад, до этого был у меня кнопочный, поэтому я с ним как обезьяна с гранатой, в общем. Вот, а так, ну, поедем, в общем, поищем новое место какое-то, да, посмотрим. По этой дороге мы едем первый раз в жизни. Будем ехать, смотреть. Продолжаем наш путь. Уже 4,5 часа находимся в дороге. Устали, конечно. И еще непонятно, сколько ехать. Дороги такие, что быстро не полетишь. Сейчас более-менее такая идет грунтовочка. Ваня. Весь день проведем в дороге. Едем, так сказать, параллельно трассе Колла, да, только в глубине Карелии. Муизерский район. Вот заехали в поселок этот Муизерский, заправились бензинчиком и продолжаем наш путь на север. Вот, друзья, остановились мы в дороге перекусить слегка. Ой, что здесь творится? Мух, мошкиты, миллион, короче. Тут речка. Не пойду туда, это комары сожрут. Вот там речка. Тикшозерка. В общем, здесь такая вот стояночка для туристов. Мусор кругом туда-сюда. Мошки миллион. Ладно. Пока заканчиваю на этом. Итак, друзья, наконец-то добрались мы до нового места. Ну, такая красота здесь. Ловит интернет, связь, все дела. Пока ловит. Озеро Пизьма озеро. Так у меня название навигатор показал. Признаться честно, очень удивлен порядку, который здесь люди оставляют. Не соринки. Вот такая стоянка оборудованная. Кругом чистота. Вот такая стояночка с моей спиной. Дровишки, все дела. Сейчас покажу, какой здесь пляж обалденный. Вот такой пляж. Песочек чистейший. Ну, штормит немного. Вот такая красота. В общем, сейчас будем разбивать стоянку. Устали мы очень, конечно, целый день в дороге. Лена, сколько времени сейчас? Почти 7:30. 7:30. Мы выехали 11:30, да? Это что мы? 8 часов. 8 часов пути сегодня. Вот такая красота. Все культурненько, все чистенько. Ну ладно, будем
потихоньку разбивать лагерь. Что-то портится погода, ветер какой-то. Вот разбиваем лагерь. Лодку, конечно, надувать сегодня не буду, смысла нет. Это все завтра. Вот такой ветер дует, волна на озере. Так у нас стояночка выглядит. Шатер. Умывальничек повесил там вот. Шатер так надежно фиксирует деревья у меня. Привязан, в общем. Умывальничек. Все дела. Ну, сейчас попьем чай, перекусим, яйца пожарим. Остальное уже завтра. Вот так выглядит наша стояночка. Все здесь шикарно. Все путем. Да, ветер, ветер. Ну, интернет ловит здесь. Пока у нас такой вот рабочий бардак, как у кочевников. Ну ладно, на этом все. Спокойной ночи. До свидания. Подписывайтесь на наш канал. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые серии. Всем добра.